Федь, ты в своей команде самый лучший интервьюер. Как так вышло? Не знаю. Я тоже не знаю, просто мне что-то в голову пришло. Что об игре скажешь? Детройт Лейкерс. Хорошая, равная игра. Лейкерс победил, как обычно. Что тут еще говорить? Понятно. Что, может, что-то хочешь сказать? Да нет. Ну ладно, давай.